Сегодня в этом зале собрались честь и гордость. Золотой фонд студенчества нашего города. И это не преувеличение. Самые умные, активные, трудолюбивые студенты города в одном зале. Одного за другим их приглашают на сцену. Первый этап награждения – лучшие дипломные работы гуманитарного профиля. Те победы, которые сегодня мы оглашаем, те люди, которых мы сегодня чествуем, они получают импульс, вдохновение для новых побед. Давайте еще раз аплодисменты, поздравим, пожелаем всего самого хорошего. Ирина – одна из тех, чью дипломную работу признали лучшей в городе. Девушка и не думала, что ее труды отметят так масштабно. Моя тема называлась «Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий нефтехимического комплекса Нижнекамского муниципального района». Было очень сложно, но в то же время интересно, потому что было интересно узнать разные аспекты деятельности Нижнекамского муниципального района, увидеть, насколько продуктивно работают предприятия. Следующий этап награждения – это лучшие дипломные работы технико-технологического профиля. Вместе со студентами выходят их научные руководители. За успехи в знаниях и трудолюбии – подарки, благодарственные письма и денежное вознаграждение. Курсантов я поздравляю, желаю всем успехов. И чтобы вы себя, как специалисты, как профессионалы, в полной мере реализовали. В завершении свои призы получили самые активные студенты. Это стипендия главы за особые успехи в учебе, спорте и творчестве. У меня, наверное, так зашкаливают эмоции, потому что в том году мне вручал благодарственное письмо Леонов, это министр образования в городе Казани, а в этом году, соответственно, награждение здесь. И это дает некий стимул к развитию. Всего сегодня наградили 68 студентов вузов и СУЗов. Светлана Шумкова, Максим Липин, новости НТР.